В этом году в третий раз проводим соревнования. Большой интерес жителей города. И в этом году была задача привлечь новых гостей в город. Уже такой провел как бы эксперимент на этот год. Старался не уговаривать команды, а ждал, пока команды сами проявят интерес. И сами просто была объявлена дата, и когда начнут собираться команды. Это, может, сколько-то сыграло, что команд может чуть-чуть меньше, чем в прошлом году, но все же радует то, что уже есть стабильные команды, которые собираются. В этом году также планируем, что соберется около 25 команд. Еще регистрация не закончена, поэтому еще есть у всех время собрать свою команду, зарегистрировать. Много гостей приезжает, команда ассоциации Китая приезжает, две команды будут представители Китая. Сейчас ждем ответа из Англии. Они сказали, что в среду сообщат о том, что планируют, сейчас уже собирают команду тоже приехать, Red Bull команда, наши соседи латыши, белорусы, как в прошлом году. Поэтому команд будет много интересных. Наши уже сформировались многие команды, вот радуют особенно девушки, они, наверное, активнее всего принимают в этом участие. Некоторые команды даже готовились на протяжении всей зимы и тренировались. Поэтому приглашаем всех желающих еще поучаствовать, еще есть время. Также всех зрителей поболеть, посмотреть. Планируем и на берегу, чтобы было чем заняться, и для детей. Всякие постараемся организовать и аттракционы, и какую-то программу. Поэтому хотим, чтобы это стало красивой традицией спортивного праздника, примеру спортивного праздника. Соревнования на лодках «Дракон» состоятся в ближайшую субботу, 8 июля, в 10 часов начала. Представление команд. Приглашаем всех принять участие, как участники, так и поболеть за наши команды на берегу. Приглашаем всех.